Так. Ну, поїхали. Ну, поїхали. Так, значит, я беру что? Черный рынок, да. То есть сейчас будем начинать с четырьмя лучницами снова. Но зато будем лутать по две голды за каждого ублюдка дохлого. Это, конечно, меня замедлит. Немножечко старт мне замедлит отсутствие двух солдат и снайпера. Ну, двух солдат особенно и одной лучницы. Но в целом, я думаю, что нормально будет. Так, аж тактика складывали с башни? Так да, у меня другой, в принципе, невозможно тактики. Снайпер таки оказался говной. Ну, один снайпер, да. Один снайпер, ультра говно. Так, здесь лесопилка, значит, дом. Вот так ставим. Наш народный лучший в мире страна. Страна. Да, домики, конечно, супер удобно строить с этой темой. Так, ну, традиционную осу ставим. Так, вы лучше знаете, что скажете? Воп вам завтра стримить или нахуй не надо? Прям хорошо посидели под вов. Но, возможно, это так получилось, потому что его давно не было.
Что это денег какое-то абсолютно безумное количество, честно говоря, получается. Сейчас уже ветеранского пойдет. Здесь буквально пару домиков. Так, вот этот лишний. Нет, все. Пока больше не будем ставить. Мне еда будет нужна на солдат. Ну давай. I dare you, motherfucker! Еще один шаг, давай. Так, можем построить лесопилку. Не то, чтобы она мне была нужна, но да пусть стоит. Так сказать, не жалко. Ну и здесь тоже можем сразу поставить вот эту сраку всю. Правильно? Правильно. Блин, еду потратил одну, ну ладно. Временный забор домов? Так нет необходимости, слушай. Сейчас ничего такого ужасного не может произойти. Ну давайте рынок пока изучим еще. Смотри, как тебе забрать, значит. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот сейчас небольшая проблема возникает ввиду того, что я обычно ферму-то ставил вот сюда. Сейчас ее поставить сюда не могу.
Еды сейчас у меня больше нету. А, вот стоп, я вот сюда же могу поставить еще домик на 8 еды. Вообще мы не там стреляем, на самом деле, нам надо вот здесь стрелять. Лишь бы вот здесь не захлебнулись. Давайте мы чуть-чуть назад отведем. Что тут скажешь? Жестко? Еды, правда, нет. И работяг нет. Вообще ничего нет. Опа. Так, стопы. Отмена. Хотя... Ну ладно, пока отменим. Давайте, мужики, спушиваем этот хал. Активнее. Ну, через серч пьешь. Баллиста. В целом, можно ставить уже. Они здесь задефают. Сейчас только я чуть-чуть вперед проведу. Вот так вот, да. Вот и отлично. Ну, короче, из-за того, что у меня не было солдат в начале, я чуть-чуть, так сказать, просел в производстве в своем. Чуть-чуть, там, на пару дней буквально. Так, хотя на самом деле не так уже просел, потому что у меня столько голды, что я уже все изучения, все исследования сделал. Какой план? Как в прошлый раз, только не просрать 200 солдат. План сделать их еще больше. Стрим платный? Да, плати. Наконец-то. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, мне также понадобится... Кое-что. Я тоже заплачу за стрим, а то смотрю и не плачу. Что ну за и красавчик, красавчик, красавчик. Спасибо за соточку. Все верно, все верно. Order, sir. All right.
Костички пошли. Так, что мне надо? Мне нужны рабочие. А для этого мы ждем поезд. Вот и поезд. Слушайте, честно сказать, мне в миллиард раз больше нравится вот такой старт, чем то, что я до этого делал. Насколько по итогу сейчас сильнее получилось все, потому что это вообще не сравнить. Вообще не сравнить. Блин, я такую ферму я не могу поставить сюда. А чё их так прямо много? Так, давайте я поставлю на ближайшие пока цели. Их чё-то как будто многовато, да? Их как будто бы многовато получается. Да, их что-то прям очень многовато. Неприятно. Да, что-то мы, кстати, даже не факт, что сейчас справляемся на самом-то деле. Баллист хуёво очень поставил. Очень хуёво. Надо было на одну клеточку подальше, чтобы забор перед ней воткнуть. А так я даже забор не смогу перед ней поставить. Ну, в принципе, я могу еще какое-то время тут тасовать солдат туда-сюда. Отменить я её не могу. Я могу её только снести уже. А снести это не то, что мне надо. Чуть-чуть еще подержитесь, пожалуйста. Сейчас баллиста уже почти доделалась. Блин, толстяк пришел.
They are trying to break into the buildings. You are going to pay me for this, right? I'm sure. Commander? Understood. Units under attack. Any orders? Держимся, держимся. Блять, а ведь если Теслу сломают, баллиста перестанет работать. Это бессмысленно, тогда вот это отступление будет. Ну ладно, продолжаем делать то, что делаем. Там. Еще пару осткнуть. Не, нормально. Не нужно. Они отобьются. Они отобьются. Тут уже, видите, дотекание по большому счету заканчивается. То есть нужно вот эту просто толпу перебить. У нас хватает в целом для этого ресурсов сейчас. Должны отбивать это, должны. На худой конце могу лучницы покатить маленечко. Отбились. Изи. Do you need me? All right. Great idea, sir. Commander? All right. On your orders. On your orders. Commander, let's go.
That will be easy. Perfect. Alright. That will be easy. Building completed. Так, сколько населения? 174. Сейчас чуть-чуть привезут. Нормально. Так, можно еще пока вот это сюда поставить. И что у нас тут по этому? Ну, в целом нормально, но я думаю, лишним не будет продвинуть это дело еще чуть-чуть. Ну и здесь, соответственно, тоже пропушить, поставить сюда осы в этот проход. Со заранее клянусь Матвеем. Он не факт, что вообще загрется, понимаешь, в чем дело? Так, ну, наверное, 200 населения сейчас не будет? Да, не будет. 76. А ферма дает 16 поселений. Тогда будет. Блять, 2, серьезно? Сука. Давай тогда сделаем пока вот так. А, они же не жрут поселение, да. Блять. Говно, обидно. Теперь придется ждать. Да, у меня даже здесь уже все изучено. Жесть, конечно, да. Бля, энергия. Так, следим за этим придурком. Революшн, спасибо за 10 подарочных, работяг. Ничего себе. Лока 11. Демскрит 29. Мухаммед. Ральф... Зотто, я не знаю. Ну ладно, Ральфотто, наверное. ДС 999883. Ларек 1111. Зефирный голем. Блэк Ивил Лизард. Блэк Ивил Лизард. Новак ZD, Сир Кринжелот. Добро пожаловать в Оранье Царство, только вас ожидали, Лойс, мое уважение. Солдат затесло и халтурит. Понял тебя, сейчас разберемся. Так это ветеран. Это не страшно. Так, девчонки, девчонки, давайте, давайте, давайте. Отбиваем, отбиваем этот кал. Ну ладно. Так, лесопилку запускаем. Так, давайте ветеранов немножечко сюда на помощь. А, бежит, 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 все, бежит. Come on. Any orders?
They are attacking the colony defenses. Just tell me what to do. Reporting for duty. Waiting on orders. Understood. Our defenses are being attacked. Let's get them! До свидания. Так, тут надо вам подержаться маленечко. Мы этого дурака ушатаем. Так, и давайте... Ну вот 6, например, ветеранов сюда отправим. О, ничего себе. Снова подарочные работяги, в этот раз от мистера Димикса. Мистер Димикс, спасибо большое за 10 подарочных работяг. Вайт Путин, Зиглзак, Реймус Лайф, Креол Маста, Кроша, Таксаник, Рингоуа, Голем 01, Дорней, Кекстант 1Н. Лойс, мое уважение. Добро пожаловать в Ранний Царство. Только вас ожидали. Спасибо огромное. Там была еще одна сабочка пропущена между этими двумя волнами. Да? Да, действительно, Каспер Ван, спасибо за 4 года. Спасибо большое. Мне будет здесь просто застроиться бы. Так, неприятно что-то. Как-то. Ну, можно чуть-чуть застроиться. Охотничий домик можно продать. Джерри, спасибо за 5 подарочек, братьяк. Менитонардос. Май флешбэк с мистер Гофман. Командантас. Джамилкин. Лойс, мое уважение. Добро пожаловать в Ранний Царство, только вас и ждали, друзья мои. Спасибо большое, Джей Рэй, за 5 подарочных. В прошлом году ты меня не назвал, справедливость установлена. Ну, хорошо, справедливость — это хорошо. Так, ну да, я могу себе позволить пожертвовать немножечко едой. Блядь, дерево кончилось. Так, сейчас будет здесь. Ага, все, окей, ждем. Так, ладно, тут уже, по-моему, справляются нормально. Есть дерево, ставим. Блять, нет, не справляются. Напряжно, конечно, напряжно. Так, отрубили мне Теслу. Давайте мы сюда еще поставим ОС. Блять, и здесь тоже Теслу отрубили, да ёб парасете. Неприятно. Ну ладно. Так, а здесь что у нас?
Солдат умирает. Так, здесь надо вот так вот делать уже. Блять, уже поздно. Ладно, можем вот так сделать. Целом, наверное, да, давайте сюда всеми отойдем уже. Просто немножко затерпеть. Придется немножко затерпеть. Нормально, нормально, все, отбиваемся. Без потерь. И здесь тоже все хорошо. Ну вот и прекрасно. Так, нам надо вот сюда склад сейчас будет поставить. Так, во-первых, мне надо рубник уже ставить. Че это я туплю-то? Мне надо грейдить дома. Мне надо чинить все, что у меня не зачинено. Так, рабочих нет. Это грустно. Нужен поезд. Какие-то 4 строения у меня прокоцаны. Это 2 забора, понятно. А что еще-то? А, еще Теслы вот эти. Так, мы убираем вот это отсюда, чтобы оно нам не руинило фермы. Давайте купим камешка, поставим склад, на который не хватает рабочих и дерева теперь, понятно. Да, деньги тратить вообще некуда. Так, часть остается здесь, часть идет сюда на помощь. Right.
Ой-ой-ой-ой-ой, сверху теперь. Так, забор пока не на что здесь ставить. Так, надо наверх помощь вести. Ай, помощь из кого только, вот в чем вопрос. Давайте из вот этих бравых ребят. Так, нам надо еще электростанцию. Ну, допустим, сюда. Хотя нет, знаете что, вы пока стоите здесь. А вот этих вот я только заберу. Блять, и сразу здесь пробивают. Да ё-моё. Да что ж, прям они прям пушат и пушат, пушат и пушат, а? Что за, блять, отстой? Хоть здесь перестали бежать. Чуваки, ближайших, пожалуйста. Вы чё, тупые что ли? Здесь не очень в порядке. Так, много у меня дерева. Вот такое. Ладно, давайте все равно застроимся. Да уж, потненько, ничего не скажешь. Так, здесь не будем застраиваться, да, чтобы проход был. Блин, как ты хуёво. Ну ладно, потом если что перестроим, может. Отсюда тоже все говно спушим. С севера. Это значит отсюда. Да, пожалуйста, мне не жалко. Командир?
Let's go. Attention. Building completed. Не, очень круто прям получилось. Матвея убрали. Спушить все с этой стороны спушили. 27 солдат уже, 27. У меня обычно что-то там в районе 16 было к этому моменту. Загрейшен, все, все исследования изучены. Стороны все защищены. Очень хорошо все. Двух Матвеев убрали. Как двух? Одного. Где вы второго-то взяли? Вот отсюда один прибежал и все. А, подождите, сверху был еще? Сверху Матвея поезд задавил? Серьезно? А клип есть? Я пропустил. Ну, так ему и надо, блять. Козлу. Так, сюда пока не буду ставить, так. Так, ну в целом, я думаю, можно отсюда уходить. Тут уже разберутся эти наши. Стоп, они что, отсюда что ли идут? Ну, ладно, окей, пусть идут. Интересно, кстати, это что-то новенькое. Таких волн я еще не видел. Ой-ой-ой-ой-ой, Вариус, 419, спасибо за 10 подарочных работяг. The Sky of Tears. Сейм Вусогоджа. Тирник. Владислав Днепр. Бубазор. Хороший ник. Эш 6789. Урпо. Игровик, господи. Юстейс 613. Ч 92 Игор. My Sonic Team. Лось, мое уважение. Добро пожаловать в Райан Царство, только вас и ждали, чуваки. Спасибо огромное за подарочных работяг. Вариус, спасибо. Так, ну здесь, по идее, бомжей шансов нету. Мне не нравится, что у меня чела кусают. И я его отвезти не смогу в случае чего. Давайте тогда всех отведем пока что. Ладно, пожертвуем верхом, все с ним. Блин, только там мосты жалко. Ну хотя, может, они выстоят нас. Да, должны выстоять, да. Ну, все, иди.
go. Just tell me what to do. Ой, что я сделал? Sorry, бля, я расформировал солдата. Ёбаный рот, я случайно. Ну все, это похоже луз. Теперь этого солдата не хватит. Так, все, дальше лосы. Не понял. А, они не заселены, это пустые палатки, я понял. Посмотрим. Вот, смотрите. Да, реально, вот, смотрите. Смотрите. Почему мне на камень не хватает 20 рабочих? Так, ну это сейчас поезд даст мне. Угу. Успевают тратить эти ресурсы, чертовы. Их слишком много. Их, блин, слишком много. Строится, строится электричество, вот оно. Так, все есть. 58 ставим. Казарма. Так, поставим. Давайте поставим. Ресурсов тонна, можно их тратить совершенно спокойно. Let's go.
Commander? Units under attack. Мне некуда тратить ресурсы. Так, железо подбери, пожалуйста. Все, вам слили, чтобы деньги не простаивали. Тогда все будет вообще огонь. Дома не загрейдил. Да, это верно. Это вы молодцы. Что я могу сказать? Так. Предлагаю, знаете, что сделать? Вот здесь проход закрыть. Так, технологии research finished, каменная стена и... А, я же не то изучал-то. Ну ладно, давайте пока еще тогда одну мельницу поставим. Да вот сюда, например, чего бы нет. Какой, блин, что-то прям все так хорошечно идет. Не сглазить бы только. Слушайте, у меня 43 солдата, я совершенно спокойно могу сейчас пойти тут маринок спушить, которые тут есть. Так, отличная электростанция. Как хорошо все, жесть. Жесть просто.
Так, вот теперь можно сюда и домик поставить. Да и сюда тоже. Еще казармы? Да у меня, я и так с двух казарм строю сейчас. Подожди, сейчас вот, вот сейчас уже не могу себе позволить. Сейчас уже как бы по деньгам ровненько получается. Камень бы куда-нибудь бы потратить. А, ну так, да. Ворота. Ворот, стены, вот это все. Ставим сейчас склад. А, стоп, у меня рабочие кончаются, да? Давайте вот здесь дома тогда делать. Опа. Ну ладно, чуть-чуть сольем солдат, чуть-чуть. Четырех слил, ну ладно. Да, нормально, отобьют сейчас. Отобьют. Вот сюда отойдем просто и все. Так, здесь, к сожалению, сейчас нельзя будет ставить. Ну, вот так поставим. Так, еда кончается. Считайте, здесь всех маринок мы спушили. Ну, основную массу, окей. Матвея спушили. И бомжей зачистили. Perfect.
Так, электричество кончается. Надо подкопить вот это. Ну и пока копится, давайте мы изучим шок-тавры. Reporting for duty. Attention. Building completed. Будет бы зетевую бы еще звалить. Там надо гораздо больше. Там надо где-то под сотню солдат. Ну, либо 70 хотя бы. У меня пока столько нет. Так, электростанция. Куда бы тебя поставить? Давайте вот сюда. Сюда захерачим рынок и банк. Блин, криво поставлен. Так, тут все доделалось. Еще возьми, пожалуйста, камни. Надо забор доделать. А нахуй. Так. Блин, с нами. Опа. Неприятно, но хорошо, что вовремя среагировали. Строится вот сюда склад, сразу въебем. Бам.
Ранние рубежи защиты убирать. Ну, вот эти можно, да. Вот этот можно убрать. Здесь тоже можно баллисту снести. Ладно, это пока пусть стоит. Вот эту баллисту, да, можно убрать. Оса пусть стоит. Она одну клетку всего занимает, не мешает никому абсолютно. Забор вот этот можно убрать. Сюда еще рудничок. Опа. Кстати, кто пришел? Домой. Отлично. Так, что мне надо? Мне надо дома. Так, сюда сильно далеко не заходим. Здесь нам тоже надо будет еще поставить банк. Он будет вот так идти, да? Раз, два, три. А, ну можно, значит, вот сюда как раз таки поставить. Что тут? Хорошо может встать, поэтому не очень хочется сюда лесопилку ставить, но с другой стороны она нужна, а с другой не очень. Тут просто вон можно как хорошо прям поставить. Сегодня проходим. Ну, вообще, пока все говорит в пользу этого, потому что, ну, старт был прям очень хороший. Ну, точнее, почему был. Старт все еще очень хороший. Рабочих. Так, где поезд-то? Едет поезд. Это что такое?
Все, у меня, посмотрите, у меня же даже здесь все изучено, жесть. Хоть литейный прям ставь. Рабочих только нет. Так, здесь же, по-моему, узенький проходик, да? Вот здесь и вот здесь. Давайте мы их и застроим. Отлично, 800 есть, ставим банк сразу. Бэмс. Продолжаем делать дома. Еще вот одну Теслу. Так, вот сюда хочу склад. Нет, не так. Мне нужно, чтобы он у меня брал вот эту тему. Так, давайте еще одну Теслу прокинем. Чего? А почему? А почему? Не, ну мы, конечно, его убьем, но потери будут небольшие. Небольшие потери будут. Две стены. Чел. Без потерь. Прикиньте. Жесть. Без потерь вообще. Минус один? А, окей, ну, блин. Минус один всегда, как правило, получается. Тут ничего не поделать, к сожалению. Надо литейный цех сделать. Еще домов сюда. Может, что-то влезет еще. Вообще, да, влезает.
missiles are under attack. Кайф. Супер кайф. Супер-пупер кайф. Так, вот это нам не надо. Теслу надо прокинуть. Пару лесопилок, новое захваченное место. Вот сюда, да. Денег нет, сейчас, подождите. Ready and waiting. That will be easy. All the way. All right. All the way. Reporting for duty. Сейчас вот сюда склад забабахаем. All right. Perfect. Of course, my commander. Commander? Just tell me what to do. Reporting for duty. Great idea, sir. Attention. Building completed. Нам руднички 100 80 100 90. Ну это я сам виноват, конечно. Север опять. Ну подождем, откуда? Либо отсюда. Кстати, если отсюда, то это проблематично будет, потому что я не знаю, куда здесь Теслу ставить. От слова совсем. Ну куда-то, видимо, сюда придется как-то. Не знаю, ну что-нибудь придумаем, ладно. Что-нибудь придумаем. Во-первых, давайте посмотрим, влезет ли сюда еще рудник. На 60 вот так влезает, да? Ну ладно, окей, хорошо, поставим тачку подальше. Так, ладно, подождите, сначала рудник тогда. Ну давайте вот так вот.
Так, теперь надо накопить, знаете, на что? Теперь надо накопить на... Так, кстати. Вот так вот давайте сделаем. Теперь надо накопить на литейный цех. Так, это отсюда. Неприятно. Так, давайте посмотрим, куда здесь можно Теслу воткнуть. Да, в том-то и дело, что никуда, по большому-то счету. Либо электростанцию ломать. Да и ферму тоже. Ну, либо вот так электростанцию сломать и поставить ее сюда. Но если я ее сломаю, у меня электричества не будет. Отобьем ли мы вторую волну в 80-80? Я думаю, что отобьем на самом деле, без проблем. Я думаю, что отобьем. Добавим несколько ворот. Так вот. Сейчас подождем, пока здесь достроится оборона. Все достроилось в целом. Так, все, тогда мы сейчас берем всех солдат и идем вот сюда. Так, а свободное время чем мы займемся? Нам надо электростанцию построить. Да ты чё, рофлишь, что ли? Ты серьезно его не видишь? Ну, пиздец. Девчонки, идите, накажите бомжа. Конечно, встал, ничего не скажешь. Так, хватает на литейный 40 энергии, сейчас будет. Так, нам надо задуматься о еде еще. Тут можно быть куда-нибудь, можно еще что поставить. Уже все застроено. Ну вот сюда, ладно, ну 43 еще, это неплохо. Готов ли я с трех-то казарм сейчас делать челов? Ну, наверное, да. Еда нужна, я строю уже, да. Сейчас построится еще электростанция. А, она уже построилась. Ну все, теперь мы делаем литейный цех. И будем там изучать сейчас прокачанные фермы.
Но они, скорее всего, сломают все ворота по итогу, но солдаты выдержат это все. Может, даже и не все сломают на самом-то деле. Так. Блин, деньги в никуда уходят. Давайте грейдить дома тогда каменные. Погрейдили. Сейчас это говно будем пушить. Охотничьи дома. Я не могу построить работяг, нет. А, на них не нужны работяги. Да, с охотничьими домами ты здорово придумал, молодец. Объявляю тебе, так сказать, благодарность за находчивость. Успели. Так, нам есть работяги нужны. Sorry, sir. I was cleaning my weapon. All the way. Building completed. Perfect. Шо, ублюдки, не ждали, да? А я пришел. А я пришел. Здорово, ебать. Бля, как же деньги в никуда уходят. Бля, исследуйся быстрее, пожалуйста. Чего не хватает? Энергии, опять. О, Господний Господь. Ну за что же ты? Да едрить, блин, ну вы прикиньте, не влезает чуть-чуть. Ладно, сюда поставим. Так, так, может я тогда сразу еще одну поставлю, чтобы деньги-то не простаивали, так сказать, да? Нахуй пошли, нахуй, нахуй. Блять, да куда мне эти деньги тратить-то, ёпрасоте, блин, а? О, фермы изучились. Чего не хватает? Камень? Какой еще камень? Так, знаете что, я закажу судью, потому что он просто дороже стоит. Купи камень, апни дома. Не хочу покупать камень. Электричество сейчас доделается спокойно. Так,
Прекрасно. Сразу тянем дальше сюда. Что нам надо еще? Куча электричества есть, да? Все, погнали, грейдим фермы. Так, камень покупаем. Все, сейчас плюс миллион еды будет сразу сходу. Так. Что бы мне поделать? Чат, что поделать-то мне бы? Вы не знаете случайно? Я вот не знаю. Электричество где-то рядом валяется. Да пусть валяется, что мне. В любом случае электростанция надо будет строить. Чудо, да, чудо надо. Да солдаты делаются, в том-то и дело. Солдаты делаются, значит, я не могу их делать, у меня, видишь, еды нету. Так, что бы мне поделать? Давайте вот так поделаем. Вот так поделаем. Правда, есть риск, что здесь есть бомжи. Вообще вроде нет. Так, отлично. Давайте поставим. Так, сюда мы давайте забахаем склад. Рабочие закончились. Так, мне надо грейдить дома. Давайте покупать камни. Что делать пока? Так. И рудник давайте вот сюда ставить. Допустим, вот так 4. Это вот так вот он забирает все, да? Сюда потом 5. Это вот так забирает. Да, вот эту клетку включительно. Да, потом вот сюда вот этот вот еще можно будет поставить. Ага. Давайте так и сделаем. А, можно 5 и 1 сделать. Да, так лучше. Чё, ресурсов нету? Понял вас. Так, солдаты делаются? Нет, не делаются. А у меня работяг нету, всё равно. Нам вот это говно еще запушить бы сразу. Но сначала надо вот это место занять. Много каменных домов-то? Ну, достаточно. А, ну так они уже заселены. Вот. Ну, сейчас привезу. Работяг 30, наверное, где-то. Да? Даже побольше. Oh, say, can you see? Так, камень. Оп, купили. Оп, склад сюда.
Ну-ка, поезд, покажи им, кто главный. Хорош. Так, что? Улучшенный рудник изучается. Отлично, отлично. Так, ну давайте грейдить рудники каменные. Камня надо много, потому что... Кайф. Тупо кайф. Так, вы, короче, вот здесь стойте. Отражать это говно. А вы идите вниз, скушивайте. Тут еще плевунов просто пачка должна быть, по идее. Мне не нравится, что у меня здесь не защищено. Давайте хоть забор какой-нибудь поставим. От рандомных бомжей. Так, надо активнее чистить все, надо все активнее чистить. Надо задуматься уже о покупке чудес. Так, а вот, судя по всему, как раз и они. Опять рабочих нет, да ё-моё. Так, еды нет, электричества нет. Ой, может реально просто, да, может накопить уже просто, а? Зато нефть есть. Нефть есть, да. Электростанция. Мне нравится, что я темп замедлил продвижения своего. Ready and waiting. Of course, my commander. All right.
Так, давайте еще фермы грейдить. Огрызок я не знаю, грейдит, нет? Давайте согрейдим, ладно. Так. Сюда Теслу. Что мне еще надо? Мне еще надо вот здесь поставить склад. Где там? Здесь, например. Ой-ой-ой. Такое ощущение просто, что я очень сильно замедлился в продвижении. Вот не знаю почему. Но оно меня просто, блядь, не покидает. Так, копим, короче, на громоотвод. Работяг хватает. Камень, железо, нефть, золото. Так, для железа надо рудники погрейдить железные. Солдат вообще не делаю, это очень плохо. Как хорошо, что вы здесь есть, ребят. Как же хорошо, что вы здесь есть. Жесть. Так. 200 железа это сейчас будет. Копить или пока поставить электростанцию? Давайте пока электростанцию, наверное, поставим. У меня золотые только рудники еще не грейженные остались. Еще казарм. Да подожди пока, видишь, я не могу никак все сбалансировать свое состояние. Так, это что за говно? Загреться на Теслу? Да. Блин, это, конечно, не очень весело. Okay.
The walls are under attack. Of course, my commander. Perfect. Come on. Так, ну, у меня два дня. В принципе, за два дня я должен успеть это говно запушить наверху. Так, а еще у меня на самом деле уже почти хватает на вот этот кал. Еду я ставить не буду, мне сейчас в ней вообще нет смысла. А вот громоотвод надо, да. Давайте купим тогда деньги. Все, деньги есть. Ставим. Рабочих. Our forces are in danger. Order, sir. Attention. At building complete. Our soldiers are in trouble. Do you need me? Reporting for duty. Attention. Any orders? Building completed. Сколько у меня было солдат в прошлый раз, когда я финальную волну тут дефал? Что-то в районе 600, по-моему, да? Очень прям не нравится. Блять, мне что-то совсем это прям не нравится. Какие-то меры не предпринимать. Блять, надо, да. А какие? На зло весь камень не стратил, денег-то нету сейчас. Не дочистил низ, блин. Вот, пожалуйста. Так, скоро деньги будут. О-о-о-о! А, ну вот, есть деньги. Thank you.
under attack. Так, они прямо отсюда идут, да? They are trying to break into the buildings. Так, теперь камень подбери. Да ёбаный ты, блять, урод. Так, мне надо, знаете что, мне надо вот сюда Теслу поставить. Да, блять, как это надоело. Так, все, окей, это задефы. Вот здесь вот проблема, конечно, чудовищная. Еще и тут бегут. Осы поставь. Не вижу смысла. Не вижу смысла. Да куда вы? А, ну все, уже отбились. Надо начинать новые дома делать тем временем. Склад хотел поставить точно. Ну ладно. They are trying to break through. Так, подождите, рудники и склад.
Дерева не хватает. Да, здесь тоже не хватит. А на дома здесь нужно дерево? Нужно. Ёбаное дерево, блядь. Все, что я могу сказать. Бля, у меня дерево всего плюс 37. Это что, шутка? Спасибо, ножка, за 62 года, здорово. Этот чел кидает второй раз этот клип. Отвлекись чуть-чуть, глянь клип про полезность снайперов, и можно перерыв бахнуть. Мне не нужно глядеть клип про полезность снайперов, дружище. Как минимум потому, что это... Даже если внезапно они окажутся ультраполезными, это ничего не изменит. Так, рудники... Ролик сарказм про полезность снайперов. Ну хорошо, тогда гляну. In case you've missed it, you know, I certainly some of you guys are fans check out this. This is great. But you see all. These certainly some I'll show y'all in case you've missed it, you know, I certainly some of you guys from Jayless chat have missed this. This is great, but you see all these lovely houses. Look at those lovely houses, man. We're gonna have a market like probably right there, or maybe a bank right there. Yeah. This is great, you know, new houses on the neighborhood. I guess that's my housing section. Yeah, that's right, that's your housing section. Just shoot it! What the fuck, even? Why didn't you shoot it? What was that? How did you not fucking shoot that? Okay, dude. Imagine having a good run of tab there. Yeah. I guess that's my housing section. Yeah, that's right. That's your housing section. Just shoot it! What the fuck, even? Why didn't you shoot it? What? Ну, понятно, ясно. Ладно, давайте перерывчик небольшой. Видите себя хорошо. Ходите при календар. Самое левое окно, видите? Знаете, кто это сидит? Бьёрн и Газманов.
Так. Итак, давайте план хотя бы наметим. Сейчас здесь надо будет рудники поставить золотые. Мне нужно продолжать делать дома нон-стоп. Мне для этого, ну, в целом, более-менее нормально по ресурсам. Сейчас мы еще бахнем стеклянный купол тут где-нибудь. Ну, сюда, наверное, да. Вот. Этим сейчас мы тут зачистим вот эту сторону. Блин, их, правда, 43 всего. Так, а я еще казармы не строил. Вот здесь еще две строятся, да. У меня все упирается в то, что у меня работяг не хватает. Так, все, все ветераны. Я еще что вспомнил, у меня здесь рудники не загрежены. Ну, это надо ждать рабочих. Так, 0 часов. За 12, по идее, должны успеть построиться дома, поэтому давайте мы сейчас по максимуму тут обменяем. Что мне дома сейчас пипец как нужны просто. Ресурсы. Ну теперь лишь бы успели вот эти сейчас вот еще домики доделать, чтобы прямо сразу всех мне работяг привезли. Так, ну идем, надо Матвея там запушить. Так. Так, давайте, наверное, сначала вот здесь зачистим. Времени уже просто не так много остается. Солдат надо в два раза больше. Ну а что же вы? Ребята, ребята. Да. Так, привезли кучу рабочих, отлично, все. Можем сейчас нон-стоп клепать солдат. Давайте здесь, наверное, еще бараков добавим. Вот так. Так, только сперва сначала рудники греет. Это важнее. Отлично. Так, и сюда. Он стоит 1200. Ждем. Так, нам надо вот этого дурака обязательно запушить. Я вот не знаю, мне хочется понять, лучше у меня сейчас ситуация, чем была в том трае или нет. Плюс-минус хотя бы. Просто меня напрягает, что уже 38-й день. Как бы экономика-то да, в порядке сейчас. Вроде все по экономике хорошо, но вот по солдат у меня маловато. Так, вот это бы тоже нам построить. Но это пока ладно, не к спеху. В тот раз больше зачистил. Возможно. Я просто в какой-то момент перестал солдат делать вообще, и все как-то в экономику у меня ушло, это плохо. Commander,
Пачка титанов. Для этого надо кое-что изучить. Пришел. Так, все, зачистили дурака. Так. Что мне еще надо? Мне надо накопить на вот этот понос. Мне надо еще электростанцию поставить. Мне надо еще леса добыть. Но тут уже просто ниоткуда. О, у меня, смотрите, лесопилка не работала. Any orders? That will be easy. Commander? Just guide me to the infected. Just tell me what to do. Так, стеклянный купол. Куда бы тебя поставить, чел? Бля, ну только сюда он и влезает. Только сюда и влезает. Очень плотная застройка у меня, конечно, просто невероятно плотная. Ну ладно, поставим сюда, что делать-то. Срочно. Но срочно не получится. Так. Ой, блядь. Ну вообще ладно, пусть они пока сюда собираются, на запад. Да что ж такое-то, а? Да что такое-то? А чё их так много-то, блин? О, это-то зря. Дома больше домов. Да, надо. Надо. Я что, спорю, что ли? Я же не спорю.
что не подобраны. Здесь же тоже золото, точно. Давайте вот эту западную часть зачистим. Насколько я помню, в прошлом трае я к Маринковой волне зачистил уже все поселения. У меня так, по большому счету, практически вся карта была зачищена, да? То есть оставалось там что-то, типа, вот где-то вот наверху что-то. Или вообще всю. Я вот думаю, а стоит ли вообще выходить вот сюда? Не проще ли будет просто вот эти проходы держать жестко? Ну вообще, наверное, нет, не проще, потому что так они гораздо концентрированнее навалятся. Пусть проход-то и узкий, но они гораздо концентрированнее навалятся, и тяжелее будет застроить, на самом деле, один такой проход. Не, лучше, наверное, выходить все-таки. Лучше выходить. Растягивать по всему периметру, да, я согласен. Согласен. Так, погнали, надо успеть это поселение запушить. Здесь эти ребята разберутся. Так, давайте пока запад застраивать. Orders, sir. Reporting for duty. The train has arrived at the station. On your orders. Just tell me what to do. Reporting for duty. Understood. Ну что, реально титанов, что ли, поделать тогда? Так, ну давайте я как минимум пока хотя бы поставлю этот инженерный центр. Можно было изучить, по крайней мере, да? Так, на попу изучу, чтобы было. Так, надо еще казарм добавить. Нефть снизу не работает. Да, она сейчас и не нужна на самом-то деле.
не работает, и хуй с ней. Вот, вот и насрать на самом деле пока что. Веришь, нет, вот и насрать. Насколько я помню, рандомных забеганий уже не будет. Чистите. Бабки лишние переводятся. Ну окей, допустим. Домов надо. Застройка, конечно, пиздец плотная. Челяба, да, она самая. Так, нам надо 6К. Да, на титанов. Давайте изучу, так и быть. Будем делать. Thank you.
Perfect. Reporting for duty. Is everything okay? Just guide me to the infected. Units under attack. Just tell me what to do. Еще рудник можно поставить внизу справа. Думаешь? Нет, нельзя. Так, это титаны, да? Закажем парочку, еще солдат. Бля, серьезно? Тут есть кто? Да, есть. Trying to break into the building. Just guide me to the infected. All the way. That will be easy. Attention. Come on, reporting for duty. Complete. Let's go. Reporting for duty. Ну, рудник сломают, где? Сука, вы, конечно, рудник пошли жрать, а? Ну что за твари говна позорные, а? Что, начать судей делать? Давайте, наверное, пока башню. Хотя бы так. Фантомик, спасибо за 77 лет. Дочисти правый нижний угол от лёх. Вот этот, да? Хорошая тема. Пара-п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 а
come on. Building completed. For the humans! Reporting for duty. Waiting on orders. On your reporting for duty. All the way. Is everything okay? The mighty Titan is here. For duty. Commander, come on. Reporting for duty. For the colony! Units under attack. Orders, sir. Perfect. Reporting of course, for duty. My commander. Building completed. Commander? Just guide me to the infected. Reporting for duty. Come on. Ready and waiting. Our forces are in danger. Mm-hmm. Позитивщик супер далеко ушел, конечно. Спасибо, Джефф Нелдер, за 16 лет. Тащи. Да вроде тащу, слушай. Ну пока вроде довольно все неплохо идет на самом-то деле. 350 солдат на 45-й день. Экономика в супер кайфе вообще. Так что все пока очень даже неплохо. Их много может быть. Факера сюда еще на помощь отправил. Еще инженерный центр бы. Я не хочу сильно много факеров делать, потому что мне нефть будет нужна потом на судей. А если я упрусь факерами там в жесткий лимит, то у меня инкама нефти не будет, я не смогу потом просто судей расставлять здесь. Надо сначала расставить судей, а потом уже клепать факеров. Вот.
Весело мне? Мне волнительно. Это немного другое. Многовато, да? Или нормально? Не, нормально. Good morning, sir. Is everything okay? The mighty Titan is here. All right. Let's go. Reporting for duty. Ready and waiting. Understood. Reporting for duty. Волнительно, чуваки, волнительно. Пяти-шестислойная каменная стенка эффективнее, чем стенка из башни для солдат. Ну это тупизм полнейший. Во-первых, ты 5-6-слойную стенку не сделаешь, максимум 3, и то она будет всратая довольно. Это раз, а два, у башни хп в 2 раза больше, чем у стены. Что солдаты справа вверху? Они воюют. Сломала все-таки вот тварь, а. Ну где он, блядь? Нормально. Вообще хорошо. Все. Одного всего потеряли. Так, ну все, слушайте, по большому-то счету можно сказать, что карта-то и зачищена уже. Следование прожать рано.
Я потом после волны, вот этой вот, которая сейчас будет, факером прожму. И они будут ходить. Картинка в Дискорде под спойлером. Как думаете, там какие-нибудь сиськи будут? Или какая-нибудь хуйня? Я ставлю на хуйню. Да, там хуйня. Хотя... Бля, ну там хуй просто был. Попался. Так, а чё я здесь-то место не занимаю? Ёбаный рот, блядь. Сколько времени потеряно. Так, ладно, хватит, не буду пока больше факеров делать. Ой-ой-ой-ой-ой, кстати. Ну хотя нет, должны справиться. Волна, я знаю, что волна. У меня достаточно войск, чтобы задефать ее на базе. Что такое? Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Any orders? Западу. They are approaching from the west. Хочешь салатом вернуться? Нет, честно говоря, не очень. Зачем мне возвращаться? Ты понимаешь, сколько здесь солдат? Смотри. 152. Это треть войск, которые у меня вообще есть. Сделаем просто вот так. Здесь мы сделаем вот так пока что. Вы пойдете вот сюда. Да. Ну, мне надо вот сейчас распихать быстро тут по башням. Come on, reporting for duty. Ready and waiting. Reporting for duty. Attention. Building complete. Tell me. Understood. Indeed.
Ага, ты отсюда. All the way. Orders, sir. All right. Так, этих, наверное, даже трогать не буду. Опа, рабочие. Да и еда, и электричество вообще на самом деле все просто уже в перде. Так, ну ладно, начнем с рабочих. Маленько проморгал этот момент. Электричество надо, да? Trying to break into Let's the go. Building. Come on. Units Reporting under attack. Duty. Understood. Reporting for duty. The colony is under attack. Красиво. Так, электростанция. Так, ну и знаете что? Дабы время не терять, давайте начнем здесь укрепляться. Наверное, даже многовато я так вот сделал. Сейчас так вот смотрю. Еще надо же судьи поставить. Ну ладно, потом, если что, там подровняем. Reporting for duty. Ну, капресов, я понимаю, но я не могу сейчас потратить. Некуда. Вот сейчас некуда, к сожалению. Башню могу еще построить. Давайте поставим.
все. Дерево кончилось. Я бы и рад куда-нибудь его тратить, но некуда. А, стоп, я сейчас могу дома строить. Во, кстати, это будет вообще кайф. Угу, построил, проверяй. А что закончилось-то? А, заблокировать. Нет, стоп. Ну а теперь ты чё? А, теперь и да. Нечего строить, но только башни могу строить. Камень покупать, ну да, надо. Камень-то на дома покупать. Так, у меня есть, блядь, что я делаю? Я посмотрел на дерево. Блядь, ну теперь дерево надо. Сколько нам по 300 стоит, да? На два дома хватит. Так, теперь мы выбираем факеров и жмем им преследовать. Дома, конечно, кошмарно долго делаются. Просто кошмарно. Я и стараюсь занять всю карту, дружище. Ну ты видишь, у меня дроботяг нету, электричества нету, ничего нету. Ну что ты доебался до меня, дружище, блядь. Ёбаный рот, блядь. Я же не понимаю, что ли.
блядь, не беси меня, бля, мне и так через 5 дней Маринки. Еще, кстати, неизвестно с какой стороны, если они с востока пойдут, это вообще катастрофа будет. Да, как ты мне надоело-то, а? Ёбаное электричество тоже. Блин, что ж такое-то, а? Что, что? А, электричество. Ну как ровно прямо, а? Охренеть, как в аптеке. Так, есть тут кто-нибудь? Сходи, подбери, пожалуйста. Никак дочинить не могу этот кал. Блин, как же мало работяг. А сколько один судья стоит по работягам? 5. Ой, блядь. На юге башни засели. Я заселил уже частично. Тут строятся челы еще, чтобы заселять. Ебаная еда, ты скоро построишься, нет? Так, что мне еще надо? Мне надо еще домов.
хуёво построил. Блять, опять минус вся еда, да ёб твою налево, а? Чего не хватает? Дерево? Сейчас куплю. Attention, building completed. Attention, building completed. Так, хорошо. Attention, building completed. Attention, building completed. Все отлично. Так, надо начинать делать уже судей. И вот здесь надо строить башню, а у меня денег нет. Скоро деньги? Да. Застраиваться будем вот здесь, вот, вот этот вот оборон будем держать. Не вот сюда, а вот сюда. Чтобы вот этот проход меня больше не ебал. Подальше нет, не буду подальше. What can I do for you, sir? Oh, hello. Reporting for duty. So much steam. Let me adjust this valve. Attention. Ой, nice, успели. Все, 200 работяг. Все, нормально. Живем. Reporting for duty. Так, ну сейчас самое главное, чтобы не с востока они пошли. Не с востока. В целом там плюс-минус относительно там любую сторону могу выдержать, но не восток. Все, здесь все засели. Факера одного потерял. Как я мог его потерять? С ним все нормально. Я же всех выбрал. Вот смотри, должно быть 9. 8, как так? А, да, и правда потерялся.
Ой, только бы не Восток, блядь, только бы не Восток. Самое ужасное, что если Восток, я просто не успею даже войска, скорее всего, перебросить, которые у меня тут есть. Самое ужасное. Так, окей, их пока здесь оставим. На случай резкого переброса. По-хорошему надо, на самом деле, по-хорошему оборону надо выстраивать вдоль периметра, не в узких проходах. Здесь ведь, подождите, ну-ка, напомните мне, у меня вот здесь же оборона по итогу провалилась или нет? Или здесь у меня нормально держались? Что нет? Что не так с узкими проходами? То, что ты не можешь застроить их хорошо обороной, понимаешь? То есть там у тебя линия, получается, огня, ну, небольшая. То есть, ну, вот, грубо говоря, вот застроил весь этот проход. Здесь бегут бомжи и стреляют, ну, грубо говоря, только вот эта вот часть. Вот это не стреляет. Из-за провала Востока и этот фланг рухнул, понял. Здесь, я помню, провалились капитально. Поэтому здесь я бы сказал, что надо выстраивать все-таки вот так оборону вдоль периметра. Вот здесь вот точно ок. Что сюда небольшая как раз толпа бежит. Это то, что нужно. Так, у меня вот здесь, кстати, солдат не хватает. И вот здесь, кстати, казарм нет. Надо. Давайте здесь казармы построим. А, нет, не построим. А. Раз, два, три. Знаешь, я от греха подальше переброшу пока куда-нибудь вот сюда. Reporting for duty. Attention. Building completed. Reporting for duty. Работяги кончаются. Building completed. Электричество кончается. Sorry, sir.
was cleaning my weapon. All right. Так, деньги скоро будут? Нет. Ну, продаем нефть тогда. Да чего это нормально? Башни успеют построиться, солдаты успеют перебежать. Что я, благо, заранее перевел. Бля, тут не пройти из-за домов. Ёбаный в пизду собачий рот. Ну ладно, должны успеть. Обязаны, так сказать. Да, они прямо отсюда бегут. Hello. Oh dear. At your service. Do you need me? Understood. Attention. Building completed. That will be easy. All the way. Ready and our buildings are being attacked. They are inspecting our buildings. Hello. What can I do for you, sir? They are trying to break into the building. Order, sir. Так. Факеры здесь не справятся. Блять, ну вот, сука, самый незащищенный район. Так, ну что я могу сказать? Снимаем вот этих. Вот этих всех. Ну, короче, перебрасываем их сюда. Ну, этот район отдаем, да. Тут ничего не поделать. Ну, сейчас мы вот попробуем, я не знаю, может здесь оборону выдержать. Отбить-то мы это отобьем. Но какой ценой? Ну, ладно, потом плевуны пойдут. Нормас будет. Плевунов отобьем. Так, значит, вы. Сюда. Вы сюда. Вот этих так неохота снимать, на самом деле, отсюда. С такой любовью расставлял. Ну ладно. Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Не понял. Commander? Чё? Кто это, блять? А, это вот эти челы. All the way. Our colony is succumbing to the infection. Our forces are in danger. Orders, sir. Understood. Reporting for duty. Reporting for duty. Our colony is under attack. Ебать, они уже здесь?
Да ну нет, ну камон, ну это же бред. Пиздец. Бля. Сам виноват. В чем я виноват? В чем? В том, что я не укрепил все стороны за 50 дней. Ну, блять, извините, я и так укрепил весь запад, частично север укрепил и юг. Я и так тут балансировал, прям всеми ресурсами играл туда-сюда. Почему войска не пишешь, когда волна идет? Я перевел. Просто, блядь, ну ты видел, север, это здесь считается с трех сторон. Это западная сторона, самая северная, была зарашена. Сам север непосредственно, да, и восточная. Охренительно, да? Ты начал говорить, когда уже пизда? Когда я заметил, что они еще из востока пошли, я стал перекидывать всех. Ну, не всех, в смысле, но какая разница, они все равно дойти не успели. Да в смысле концентрируешься на одной стороне? Я только что сказал, запад укрепил, частично север и юг, блядь. Ты концентрируешься на одной стороне, блядь, почему? Может, потому что ты в глаза долбишься, я не знаю. Если не загорать игру, пойду с той же стороны сейчас. Да, но я так делать не буду. Пойдем в луп хира просто, как я и говорил. На железке ворота ставить? Это гарпии, чел, там стояли ворота. Им на ворота похуй, они через них перепрыгнут и даже обращать внимание на них не будут. Укрепил север. С западной стороны. Там нормально встречали их ребята.